В рамках реализации государственной программы «Модернизация первичного звена» в пользование врачебной амбулатории поселка Дружба Дмитриевского сельского поселения была передана автомашина марки «Лада Гранта». Отметим, что данная программа в первую очередь направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Санитарная машина будет использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, работы по вызовам на дом к пациентам, а также для перевозки лекарств жителям. Аналогично на Тырбовской врачебной амбулатории сегодня автомашину новую получает Дмитриевская врачебная амбулатория. В общем-то, эти две машины, они пришли вместе, но в связи с некоторыми моментами по документальному оформлению, вторую машину сразу Дмитриевскую амбулаторию мы направить не получилось. Сейчас с небольшой совсем задержкой, буквально неделя-полторы, эта вторая машина пошла в Дмитриевскую амбулаторию, будет служить той же цели, улучшит качество работы, поможет персоналу амбулатории свои функции лучше и надежнее осуществлять. Поступление транспортного средства, безусловно, хорошее подспорье медицинским работникам для оказания оперативной помощи больным. Жители поселения ожидают еще одно приятное событие. Скоро свои двери распахнет новая врачебная амбулатория, а коллектив медучреждения наконец-то окажется в условиях, когда имеется все необходимое для успешной работы.